же в наличие стержня, то есть вот это именно усердие, IQ и так далее. И вот это вот именно не паниковать. То есть все пытаются распешить, типа как будто сейчас прям здесь получится, я сейчас смогу, сейчас. А другой это спокойненько. Другой сейчас. Нет, сейчас, да подожди, а другой. И в итоге, по-моему, того пошло, а другой... И все, поэтому как бы побеждает здесь сильнейший и максимально стержневейший, а остальные остаются, к сожалению, на задворочках, как Мастейн и так далее.